Всем привет! Вы на канале интернет-магазин Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будут светильники из коллекции Petter от производителя Hazard. Это коллекция светильников для ванной комнаты, хотя, в принципе, можно использовать его где угодно, если он понадобится в каком-то другом помещении. Я не вижу никаких препятствий для этого. Предлагаются в коллекции три размера, есть 60 см, 90 и 120 см. Цвет металла хром, это у меня модель размером 90 сантиметров, вот эти размеры ее 5 сантиметров на 7. Рассеиватель из белого глянцевого акрила, источник света здесь светодиодный LED модуль, это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 18 ватт, а выдает примерно 100 ватт. Включенным выглядит он вот так. Цвет свечения теплый, в кельвинах это 3000. Кстати, в коллекции все модели, каждая модель предлагается как с теплым цветом свечения, так и с нейтральным. То есть обращайте внимание на характеристики, там это будет указано, и выбирайте то, что вам нравится больше. Если устанавливать его, планируете над зеркалом, то ширина зеркала может быть до 120 сантиметров. Освещает он хорошо, получается такой вполне приятный мягкий свет. И, кстати, ничего не мешает использовать такую модель на потолке, даже как в качестве основного освещения. Площадь комнаты может быть порядка 6-7 квадратных метров. Крепится он плотно этой частью поверхности, это его монтажная планка с тремя отверстиями. Ну и, конечно же, светильник имеет повышенную защиту от пыли и влаги. Степень ее IP44, первая цифра, всегда является показателем защиты от пыли или любых других твердых мелких частиц, а вторая цифра – это всегда защита от влаги. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!